Доброе утро, дорогие друзья! Всем привет! Хорошего дня, хорошего утра! Мы находимся в Путапарте в Индии. Вы на канале Ирина Хинди Лайв. Сегодня 15 мая 2021 года, суббота. И я сейчас буду готовить завтрак. Совершенно обычный завтрак. Для мужа чай. Для меня уже готов кофе. Присоединяйтесь. Сейчас только аромапалочки. Аромапалочки зажгу. Что у нас на завтрак? Я давно не ела обычного завтрака. Яйцо. Жареное яйцо. И мужу чай. Чай. Он говорит маленький-маленький. На 5 рупий. Индийский чай. Чай. Сахар. И специи. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Хлеб. Тостики. Это последний хлеб, который делал Арун. Сегодня он говорит, что он печет их только по субботам, поэтому Саши говорит, наверное, мы купим две буханки. И одну как раз положил в морозилку. Будет для чего использовать морозилку. Молочка чуть-чуть. Столько же, сколько воды. Если 100 грамм воды, то 100 грамм молочка. Что-то как-то не поджаривается. Так, хватит, 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 да, кипеть? Какой-то последний кусочек был выгнутый. Так. Сегодня так плохо спала вообще. Сегодня мой кулер же сломался. Я спала под обычным вентилятором. И такая жара. В общем, проспали мы сегодняшнюю йогу. Проснулись, когда уже солнышко взошло. Черная соль розовая, гималайская. И черный перец. Все, хватит. Так, одному, второму. Еще раз чай прокипятила. Он уже остыл, пока я готовила. И чай для Саши. Приятного аппетита, дорогие друзья. Хорошего завтрака. Это фермерские яйца, такие оранжевый желток. Это два последних. Мы когда приехали 5-го, 6-го, Саши сразу купил вот эти фермерские яйца. И вот сейчас они закончились. 12 штук там было в упаковочке. Он вчера пошел опять к продавцу, говорит, хотел бы купить. Они говорят, сейчас закрыта, ну, дорога на Бангалор, поставок нету. Так что вот, к сожалению, я говорю, ну, будем покупать обычные магазинные. Саша еще любит, чтобы масло сливочное. Тостики с маслом, чтобы были. Пожалуйста, enjoy. Welcome, welcome. Позвонили ремонтнику. Сейчас должен прийти.
посмотреть, что случилось. И со светом тоже, надеюсь, разберется. А, ну да. Угу. Насос не работает. Like pipe or how to do? Not working. Да. Nineteen. We have to throw. Нужно выкинуть. Я разбираю его запасы специй. Хотя и не открытые, но лучше выкинуть. Работает, подметает наш этаж. Кулинг гаммар, а? Кулинг гаммар. Гаммар, вот гаммар. Very hot. Good morning, Сайрам. Сайрам, как же вы? Сайрам. Сайрам, дорогие друзья. Сегодня суббота. И мы хотим все-таки посмотреть, что там на субботнем рынке. Может, хоть что-то есть. Ну, если получится. Выносим, разгребаю по уголочку. Как там мне написали-то, что немножко убраться, а потом как дохлая белка. Мне что-то так эта фраза в голову втемяшилась. Вот. Выкидываю потихонечку даже свои вазочки, которые сама декупажировала. А это листья curry leaves. Эта женщина сказала, что сухие не подходят, только свежие надо. А Саша купил такой большой веник, как только приехали. I take bags, yes. Вы знаете, вот Саши простывает под обычным вентилятором. У меня сейчас мой сломался. Я взяла его, обычный, теплый, гоняет горячий воздух. Я почти не спала всю ночь, потому что мне это как-то горячо все было. Вот. И сейчас проснулась, и у меня такое ощущение, что я простывшая. Вот тоже так же чихаю. Вроде бы вентилятор, который кулер с водой, он же и холоднее. На нем как бы, под ним как бы легче простыть. Но под ним я не простывала. А вот под обычным теплым. Вот. Так что мы сегодня при такой беспокойной ночи и на йогу проспали. Привет, солнце. Такие глазки кругленькие. Так здесь пахнет. Или это палочки, или какие-то масла. Вкусно. Сильно пахнет. А собачка выйдет. Ножницы отдал. Сайрам. Ножницы отдал. Так, ну, наверное, пора маску одевать. Сейчас вначале пойдем купим хлеб. Что-то Арун все время в этом перекрестке стоит. А что это? Просто поменять попросил. А что это за кассир? Отец Бэй. Darling? А who is it? What he making? All shopkeeper? Ага.
they borrow money from the bank. Uh-huh. Every day they give back 100, 200, 300. You know? Я говорю, что этот мужчина делает? Он говорит, они взяли как бы кредит, заняли у банка и... Да. Ага, сейчас. По 100 рупий один хлебушек. Thank you. For one week enough. Yeah. Thank you. Very tasty bread. What inside? This is which kind of powder you put? Подожди, папа, let's... Ну, we have time. One moment. Я говорю, что внутри? Какая мука? Ты, Бузя мой, сколько игрушечек. Это же и подарки его клиентов. Да? Look, my only... This powder coming from... This is Moscow. Из Москвы? This is Moscow. This powder. О, понятно. This is, look, multi-melt. Смотрите, это ему из Москвы присылают. Ну, конечно, она не может быть так... This is multi-melt. Multi-melt powder. Seven type of... Это микс, семь разных... Yes. Смесь, может быть, also раги, но? No? Нет раги. No раги. Это, я думаю, что ржаная мука. Ой. This is only Amazon. Это из Амазона он заказывает. This is I'm mixing, you know? Понятно. This is амарант? Вот это похоже на амарант. А, тут написано амарант. И амарант еще добавляет. Amazon coming powder, yes. Из Амазона. Yes, little майда, little ата. This is раги. Майда, ата, раги. И может быть похоже на ржаную. Еще, значит, получается... Да. This also I'm mixing. Так, ну понятно. Little sugar, you know. Угу, это финики. I'm biscuit also making, you know, biscuit. И бисквиты делает. Biscuit, ginger biscuit, also biscuit. Can I see this cooking machine? Вот у него есть стиралка, молодец. Потому что ему надо обязательно, у него же клиенты. Very, very good. Mm-hmm. I like professional. Yeah, one time of 10 bread to make. 10 хлебов можно за один, yes. За один раз. Yeah. Nice, thank you. I oil only ghee. И он использует только масло ghee. Ghee, масло ghee. Only here I'm Gayatri milk ghee. Yeah. I'm mixing it. Yeah. Хорошо. Other oil, no. Других масел он не добавляет. Спасибо, thank you, Arun. One time I give you biscuit, okay? Хорошо. Two type of biscuit I make. I give. Он делает два вида еще бисквитов. This is real flour or fake? Thank you. Сайрам, спасибо. Спасибо, thank you very much. Ой, господи, что-то меня качает ветром. Мне нужно больше хлеба есть, вот такого полезного. Very healthy bread, very healthy. Он, ну у нас здесь нет такого разнообразия муки, поэтому, наверное, эта себестоимость, она адекватная. Хорошо. Давай. Soft malai. Soft malai. С мягкой малай. Как они различают, где мягкая, где жесткая, где вообще нет малай. А мы опять почти что мэтчин. У меня желтенькая тоже есть. Я думала... Она будет открывать кокос, разбивать. You will eat with me. У него там вроде бы жестковатое. Давай, eat half. Ешь половинку. Ага, so eat this all.
Очень вкусная вот эта мягкая малая. И сразу делают ложечку. А он не захотел, отказался. Надо было взять пакетик полиэтиленовый. Дома бы съели. Можно же бы выкинули. Прям жалко. Индийцам не жалко, а мне жалко. Кокос. Я бы дома его в блендере сбила. Сделала бы себе кокосовое молоко. Жарко уже. Мы хотим на рынок, но... Ой. Мы хотим на рынок, но... Саша говорит, он не работает. Я говорю, ну давай посмотрим хотя бы. Сейчас же локдаун, да. Ну, погнали.